Воспитанники студии современной хореографии «Возрождение» Артем Серов и Евгений Чесноков выступят на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Приглашение из Москвы принять участие в отборе поступило совсем неожиданно. Полгода назад ребята прошли кастинг, который проводил Первый канал для нового танцевального проекта. Шоу не состоялось, но контакты ивановцев остались, и их снова пригласили на кастинг. Все происходило как бы в режиме онлайн, это все было быстро, то есть кого-то они сразу отсеивали, кто-то оставался, и таким образом у нас осталось из 80 человек, которые изначально было, у нас осталось сразу 10. Вот, к концу, и сказали то, что 10-10 проходит, да, но в итоге нам пришлось еще раз на один кастинг ехать, уже на второй кастинг. Всего в отборе приняли участие 10 тысяч танцоров со всей страны. Для участия в церемонии открытия игр строгое жюри отобрало только 80. Кастинг был самый несложный, но надо было как бы привлечь свою харизму и показать на все, что ты способен, вот и показал, и получилось. Подготовка к церемонии открытия игр начнется в Москве. Через месяц ребята переместятся в Краснодар, а в январе и вплоть до начала Олимпийских игр репетировать будут в Сочи. Художественный руководитель студии «Возрождение» Анна Чугина, скрипя сердце, отпустила ребят на столь долгий срок. Столько времени с ними проработать, отдать себя, частичку себя. И в то же время тяжело, тяжело отпускать, соответственно, это как мама и как руководитель. Тяжело отпускать, но надо будущим, молодым, будущее давать дорогу. Репетиции начнутся 4 ноября. Пропускать их нельзя, иначе грозит отчисление. Сведения о том, как будут проходить занятия, держатся в строгом секрете. Существует полный запрет на размещение какой-либо информации о том, как проходят репетиции. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.